угол приглашается Мурат Азербеев. Добро пожаловать на ринг, Кирилл Никокошев! Боец, которому 21 год, его рост 174 сантиметра, вес 60 килограммов. На профессиональном ринге провел 5 боев, одержал 4 победы, потерпел 1 поражение. Из Беларуси Мурат Азербеев. В синем углу спортсмен, которому 18 лет, его рост 167 сантиметров, вес 60 килограммов. На профессиональном ринге провел 8 поединков, одержал 8 побед. 4 победы одержаны нокаутом. Из Украины Кирилл Никокошев! Бойцы на середину. Первый раунд. Hey!
Третий раунд.
Ай, хорошо, молодец, гол! Еще раз! Еще раз! Молодец! Вот, такой! Опять не рыхает! Ой! Все поединки на турнире W Fight Fighter проходят по правилам мировой версии W Fight. Три раунда по три минуты в каждом, с возможностью экстра раунда. В данный момент главный судья, супервайзер турнира Вадим Клещев назначает экстра раунд! Бойцы на середину. Дополнительный четвертый раунд. Папа,
поджимай, поджимай, обрезай угол. Пошел! Руки пошел! Высокие ноги! Высокая ноги! Руки пошел! Эй, хорошо! Пошел! Бойцы на середину. Одна четвертая финала. Поединок весовой категории до 60 килограммов. Со счетом 3-0. Победу одержал Кирилл Никакоша. Для награждения победителя блин приглашается главный специалист Роинка консолидация строителей Юлия Трудовая. Thank you.